А между тем автоперевозчики не считают повышение проезда значительным. Существенно поправить ситуацию на рынке пассажироперевозок мог бы тариф 35 рублей за поездку. Последние месяцы прошлого года перевозчики задолжали огромные суммы за топливо, чтобы хоть как-то расплатиться с долгами, и было принято решение установить новый тариф за проезд от 23 до 25, в зависимости от вида транспорта. Цена занижена, уверяют эксперты. Себестоимость проезда в городском транспорте на сегодняшний день уже далеко за 30. Повысить заработную плату водителям и кондукторам мы пока еще не можем. И, может быть, заработаем и повысим. Но речь-то идет сегодня о другом. Необходимо менять подвижной состав. У нас сегодня 80% больших автобусов подлежат списанию. Будет ли какая-то вот именно автопарк обновляться, либо ремонтироваться? Вот с этой системой пока нет. Пока нет. Потому что этих средств хватит, как я уже сказал, только на топливо, рассчитаться с долгами.